Компания «Кораль» представляет. Скарлетт Ортис, Рикардо Аламо, Роксана Диас и Карлос Крус в сериале «Три мои сестры» по роману Перлы Фариас. В ролях Роберто Молл, Дат Дейджер, Рикардо Бьянки, Шанталь Бодо, Джонатан Монтенегро, Мануэль Салазар, Флор Елена Гонсалес, Мариселла Буйтрага, Антонио Куэвас, Луис Альберто де Мосос и другие. Композитор Армандо Маскера. Операторы Игнасио Гонсалес и Хуан Гонсалес. Продюсер Хосе Херардо Гильен. Режиссер Тони Родригес. Я ее невестка. Я смотрю, ваша Лиза популярнее, чем президент. Больница — это вам что, забегаловка или место свиданий? Что-что? Сначала ее дружок бегает здесь с воплями, больных пугает, потом брат, теперь вы. Что это все значит? Скажите, а брат ее нашел? Нет, не нашел. Решайте свои проблемы сами. Извините. Я узнала очень неприятную вещь. Даже не знаю, как быть. О ком, что ты узнала? У тебя такой вид прямо траурный. Да. Говорят же, меньше знаешь, крепче спишь. Может, скажешь? А то уже и я боюсь. Не могу. Тут такое дело. Не знаю, как сказать шефу. Это связано с инженером Артега? В известном смысле, да. Все, только ты молчи. Ты мне и так ничего не сказала. Ладно. Будь что будет. Пусть меня хоть с работы уволят. А Сантьяго я все-таки расскажу. Алло, Лиза? Нет, сынок, твоя мама. Привет, мама. Как твои дела, сынок? Ты не звонишь, не появляешься. Работы много. Да, много-много. Странно. А в офисе тебя тоже не застать. Да, я редко там бываю. Больше на стройке. Это правда? Мама, позвони через полчаса, и мы поговорим, хорошо? Мне кажется, дело тут не в работе. Мама, я тебя очень-очень люблю, но давай потом все обсудим, пожалуйста. Договорились? Сантьяго. Ладно, как хочешь. Но я твоя мать. А материнское сердце не обманешь. До свидания. Вот оно, наказание. Видеть своих детей и не сметь ничего сказать. Открыть правду. Здравствуйте, доктор. Я Маргарита. Вы меня помните? Нет, Висенте. Я уверен, что Маргарита ни при чем. Зачем тогда она пытается всех убедить, что Сантьяго такой негодяй из-за того, что он расторг помолвку? Дело прошлое. Пусть Маргарита думает, что хочет. Сантьяго любит Лизу. Из-за чего они могли поссориться? Ну, между влюбленными тоже всякое бывает. Нет, тут что-то серьезное. Сантьяго так нервничал. Мне показалось,
что он хотел что-то сказать, но не решился. Может, дело в Лизе? Не знаю. Он вообще выражался загадочно. Например, что тайное становится явным, что любовь иногда способна ослепить человека. Я не очень его понял. Действительно. Похоже, он собирался кого-то разоблачить. Но кого? Висенте, кого? Лиза будет позже. Она на занятиях. А когда позже? Когда освободится? Значит, она может прийти и сейчас? Только ни к чему не прикасайтесь. Мы работаем со смертельно опасными вирусами. Представьте, я даже не знала. И что, от них можно умереть? От них люди и умирают. А на вас нет спецодежды. И вы не знаете правил техники безопасности. Все понятно. Лизу никакие вирусы не берут. Ей любая опасность нипочем. Простите, что вы имеете в виду? Так, этому не учат в университетах. Этому учит жизнь. Что она говорит? Почему мне так не нравится эта женщина? Значит, мы можем гордиться героизмом Лизы. Да, можете. Кстати, хочу вас поздравить. Вы же ждете ребенка, да? Вы и Августа. Ведь это так? Что вы сказали? Только то, что у вас с Августа будет ребенок. Вы знакомы с Августа? Нет, лично не знаком. А говорите, словно он ваш друг. Я работаю с Лизой, от нее и слышал. Ясно, Лиза сказала. Да, доктор, я беременна. От мужа, разумеется. В таком случае здесь для вас не лучшее место. Вы меня выгоняете? Вы беременны, а здесь вирусы. Разве это непонятно? Передайте Лизе, что я ее ищу. Спасибо. Сеньора Делия, вы не знаете, где Росита? Я не ясновидящая. Ну и что, мало ли, может, вы ее видели. Приветствую очаровательных дам. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела, доктор Серпо? Прекрасно. Вернулся из заслуженного отпуска. Вам идет загар. Вы находите? Я как будто 20 лет скинул. Чувствую себя мальчиком. Все трудимся, все горим на работе, а о радостях жизни забываем. Попробуйте испытать радости на работе. А если не получится, возьму еще один отпуск. А у Эльвиры отпуск тоже закончился? Наверное, не знаю. Ладно, пойду. Загляну в свое отделение. До свидания. Тебе что, делать нечего? Нет, что вы, куча дел. Беба, может, мне все-таки пойти с тобой? Куда ты хочешь пойти? До свидания, до завтра. Ну, на всякий случай. Мало ли, что он выкинет. Сколько можно повторять? Ничего Франциско не выкинет. Смотри, ты просто очень любопытная, так и скажи. Ладно, сдаюсь. Я умираю, как хочу посмотреть на капитана. Может, никакого капитана и нет? Ты же говорила. Говорила. А мне говорила Адриана. Наверное, она все это выдумала. Все, я побежала. До завтра.
Да, войдите. Хорхе Игнасио. Сильвия. Мне сказали, то есть... Моника сказала, что вы... Нет, что вы... Вызвал тебя. Да. Но речь о работе. Да, здорово. В смысле, хорошо. Да, ты садись. Так, Сильвия, у нас появился новый клиент и очень серьезный. Он собирается продвинуть свой бренд в нашей стране. Я помню, вы говорили. Вот так. Это наш первый иностранный заказчик. Понимаю. Большая ответственность. Именно. Всю работу с ним я решил поручить тебе, Сильвия. Надеюсь на тебя. Я не справлюсь. До его отъезда обратно с ним будешь работать ты. Так что подумай и реши, какой из наших офисов тебе для этого подойдет. Вот так. Ты сделала карьеру, дорогая Сильвия. Кто сказал, что я Супермен? С трубой справиться не могу. Чёртова вода. Да где же этот ключ, а? А, вот он. А как у нас дела? Где девчонки? Заснули. Ну как, есть надежда? Откуда ей взяться, когда все в этом доме против меня? Даже трубы, даже вода. Ты посмотри лучше вниз. Боже мой, настоящий потоп. Как в Сельве. Тихо, тихо, не подходи. Еще утонешь, не дай бог. И что теперь делать будем? Не знаю. Буду думать, а то вся семья без воды останется. Ты прости, что я тебя бросаю в беде, но мне пора. Да, что? Пойду, я опаздываю. Ну, что делать, иди. Справлюсь уж как-нибудь. Все, тогда пока. Ладно. Да, и как я, по-вашему, справлюсь? Но почему мне так не везет, а? Почему? Все как не у людей. Но это действительно очень большая ответственность. Поручите кому-нибудь другому. Кому? Более опытному работнику. Сильвия, мне нужен не опыт, а результат. У тебя есть фантазия и талант, ты справишься? Вы говорите искренне. Ты что, сомневаешься? Не знаю. Может, вы хотите... Соблазнить тебя. Я так не сказала. Но подумала. Ты учти, я не путаю отношения деловые с личными. Простите, я не хотела... Так, садись, пожалуйста, и давай обсудим проект. Слушай, это транснациональная компания, продвигающая свой новый продукт на латиноамериканском рынке. В качестве полигона они выбрали нашу страну. А какой продукт? Женское белье. Здорово. Они требуют использовать все, вплоть до телевидения. Так что план рекламной кампании нужно представить как можно скорее. Сильвия, ты справишься? Вы уверены? Твоя энергия, твой напор сильнее твоего страха. Ты женщина, рожденная побеждать. И ты слишком засиделась дома. Дело не в этом. Дома тоже приходится выдерживать бои. Не сомневаюсь. И все-таки мне трудно представить тебя стирающей белье или моющей полы. Садись. Спасибо. Надеюсь, в школе тебе за меня не очень попало? Да ну их всех. Сами не знают, чего хотят. Ну что, рассказывай, как дела, какие планы. В общем, я
принял решение. Пришел поделиться с тобой. Но сначала один вопрос. Ответ будет очень много значить для меня. И я прошу ответить как можно более честно. Давай. Дело в моих книгах. В книгах? Да. Я хочу оставить их тебе, если, конечно, ты не против. Книги? Книги. Книг много, и место они занимают, но оставить мне их некому. Что значит оставить? Об этом я тоже хотел сказать. Беба, я уезжаю. В порту стоит корабль, там ждут меня. Мы поднимем паруса и поплывем. Во-первых, сеньор Гонсалес просил извиниться, что не появится на совещании. У него неотложные дела. Вот. А во-вторых, приходил поставщик кондиционеров. Вас не было, его принял сеньор Анибал. Вот об этом я и хотела кое-что сказать. Эльза, потом дай мне прийти в себя. Сеньор, это очень важно. Эльза, я сам все узнаю. Я увижу Анибала. Кстати, Лиза звонила? Нет, не звонила. Явилась, наконец. Есть серьезный разговор, дорогая родственница. Порядок? Да, с керамикой порядок, а вот бетонных блоков недопоставка. Ничего страшного. Придут завтра, послезавтра. Мы же работаем на доверии. Так и не вставал? Да. Пришел позже, так что отрабатываю. Да отдохни немного. Хватит тебе дурить. Отдохнуть? Некогда мне отдыхать. Сегодня вечером мне еще плитку класть. Ты что, забыл? Сам же мне халтуру сосватал. У сеньорита Изабель? Именно у сеньорита Изабель, так что уйду пораньше. Ничего не имею против. Надеюсь. Слушай, Лиза не звонила? Нет. Говори. Ты все знаешь? Нет. Знать все – это значит понять. А я этого никогда не пойму. Сантьяго рассказал тебе, что между нами было. Как ты могла? Как и ты, Лиза. Ты-то знаешь, как он умеет соблазнять? Не сравнивай, пожалуйста. Ты замужняя женщина, ты замужем за моим братом. Я помню, помню. Я поступила плохо. Очень плохо. Но что теперь делать? Я не устояла, каюсь. Лиза, это правда, он преследовал меня. Каждый день он не давал мне покоя. Он под любым предлогом заманивал меня в свой офис. То ему нужна была плитка, то краска, да что угодно. Я говорила себе: Маргарита, не нужно, не ходи. Но он своего добился. Ты же его знаешь. А я тоже не железная. Хватит, замолчи. Интимные подробности меня не интересуют. А я хочу, чтобы ты знала. Не знаю, что он говорил тебе, а я хочу, чтобы ты знала правду. Твою правду? Мне не нужна твоя правда. Оставь ее при себе. Да, конечно, прости. Он теперь твой мужчина, и ты меня прекрасно понимаешь. Я не устояла. Господи, Господи, будь я мужчиной, я бы тебя ударила, я бы тебя избила. Лиза, мы с тобой женщины. Я попалась в его ловушку, попалась. Как он уговаривал, какие слова говорил, что я единственная любовь в его жизни, что из-за меня он бросил невесту. Ты бы слышала? Замолчи, все, замолчи. Прости меня, Лиза, но ты обязана услышать правду. А он...
Мой брат. О нем ты не вспомнила? Вспомнила, Лиза. Клянусь тебе, я вспоминала. Он лучший из всех, с кем я сталкивалась в жизни. Он поверил мне. Он окружил меня теплом и любовью. И чем я отплатила? Чем? Поделом мне. Скоро Сантьяго бросил меня и увлекся тобой. Господи, зачем? Зачем весь этот кошмар? Лиза, скажи мне, что ты решила. Ты расскажешь об этом брату или нет? Вот так, спасибо. Спасибо. Знаешь, я вырос в порту, среди яхт, кораблей. Я хорошо знаю море, его тайны. Не знаю. Это не то чтобы мечта, нет. Как-то это книжно звучит. Это скорее образ жизни, которую я обречен прожить. Я рада за тебя. Это та вершина, которую я должен покорить, понимаешь? Моя жизненная вершина. Много лет назад я дал обещание. Она сказала, что не сомневается, что все сбудется. Она не такая, как другие женщины. Она особенная. Ее зовут капитан. Прости, я пойду. Почему, волчонок? Куда? Мне еще уроки нужно делать, и вообще... Странно, конечно. Ты прости меня. Что ты? Я понимаю, я все о своем говорю, а у тебя тоже забот хватает. Ничего. У тебя свои проблемы, у меня свои. Я могу помочь. Занимайся своими делами. Тебе хорошо. Исполняется твоя мечта. Ты счастливый человек. А мне нужна твоя помощь. Да? Да, я же говорил, книги. Да, конечно. Вот и я пригодилась. Хотя бы как кладовщик. Ты обязана ему всем, Маргарита. Я все знаю, но как мне жить? Как мне жить с этой виной? Разве он заслужил? Каюсь 100 раз. Что толку с твоего раскаяния? Он боготворил тебя, а ты надругалась, предала его. Не прощаешь, ты хоть пойми, я женщина. И что это значит, а? Быть женщиной значит быть сильной, стойкой. Зачем тебе другие мужчины? У тебя есть мой брат. Я хочу сказать, что как женщину Августо меня устраивал. Я говорю, чтобы ты вдруг не подумала, что у тебя с головой, Маргарита. Ужас. Все, Лиза, я на все согласна. Я грешница, я падшая, я шлюха. Но я не единственная в мире, кто изменяла мужу. И ты считаешь, что это тебя хоть каплю оправдывает? Нет, я так не считаю. И знаю, что Августо никогда не простит меня. Никогда. Ну попробуй понять меня. У тебя была совсем другая жизнь. Причем здесь твоя жизнь, Маргарита? Да. Легко тебе говорить. Ты выросла в счастливой, дружной семье. А я с детства знала, что надеяться в этой жизни не на кого. Мне стыдно тебе. Августо, он жизнь готов за тебя отдать. Знаю, но я одна. И ты одна. И Августо один. Мы все одиночки в этом жестоком мире. Это не так. Это так. Знаешь что? Ты совсем не знаешь жизни, вот в чем дело. Поэтому все для тебя просто. Ну, когда-нибудь ты заглянешь на дно жизни. Ты столкнешься с людской жестокостью, с предательством. И ты очнешься. И увидишь,
Как страшен этот мир. А что ты знаешь о нашей жизни? Ничего не знаешь. Ты не знаешь человека, который посвятил тебе жизнь. Хоть на мгновение перестань думать о себе и представь, через что прошел Августа. Ты не одна видела дно жизни. Августа тоже его видел. Только знаешь, в чем между вами разница? Августа не сдался, не разуверился, не воздвиг алтарь ненависти. Он воздвиг алтарь любви, между прочим, и к тебе тоже, Маргарита. Будь ты проклята! Теперь уходи, уходи! Лиза, уходи! Уйди, не хочу, не могу тебя видеть. Уйди, прошу тебя, лучше уйди. Уйди! Эльза, если позвонит Эрнесто, передай, что мы с Аннибалом на объекте. Ясно, передам. А кто там, мастер? Я знаю. Должен знать, наш старый сотрудник, Мачадо. 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 Ты готов? Да, готов, вперед. Надеюсь, что сеньор Ортега рано или поздно все узнает. Ты не одна видела дно жизни. Августа тоже его видел. Только знаешь, в чем между вами разница? Августа не сдался, не разуверился. Не воздвиг алтарь ненависти. Он воздвиг алтарь любви, между прочим, и к тебе тоже, Маргарита. Будь ты проклята! Все. Хватит. Все, Маргарита, все. Ишь ты, святая нашлась. И еще Сантьяго отбила. Но вы не будете вместе, клянусь. Ты что здесь делаешь, Маргарита? Стою. Я что, мешаю? Если ты пришла к Мартинесу, то ошиблась. Этажом и временем. Он по вечерам не принимает. Надеюсь, что он не единственный врач во всей больнице. Из гинекологов есть еще доктор Давила. К нему тоже с утра. А я не к мужчинам. Мне нужна женщина. Она пока еще не врач, но обожает давать советы. Поняла? Лиза. Лиза, вот ты где. Ты видела Маргариту? Да, минуту назад. Так вы все-таки встретились. И? Что, Руби? Ужасно. Бедная ты моя. Пойдем, посидим в сторонке, ты успокоишься. А то на тебя смотреть больно. Идем. Вот. Спасибо. День сегодня какой-то странный. Странный. А теперь? Холодно. В душе какой-то могильный холод. Не понимаю. А сейчас-то она зачем приходила? Ну как же? Ей нужно знать. Расскажу я Августа.
Или нет. Вот мерзавка. Как я не замечала. Ты не замечала, это понятно. Тебе не до нее. Но даже твой брат не замечал. Я не об этом. Я никогда не замечала, что у нее столько ненависти в душе. А кого она ненавидит? Весь мир, Руби. Она считает себя вправе разрушать чужие судьбы. По своей прихоти. Чего же она хочет? Сама не знаю. Да уж, не повезло с ней Августа. За него любая девушка с радостью пошла бы. Стоит ему только пальцем поманить. Не поверь, я знаю. Посмотри. Посмотри, что с нашими сестричками творится, когда он к тебе приходит. Прямо едят его глазами. Августа ее любит. Ему другие не нужны. Теперь узнает, с какой змеей он жил. Он не должен ничего знать. И все потому, что Сантьяго замешан. Еще бы. Я пошла к нему. И увидела, как туда входит Маргарита. Я же говорила. Сначала мне хотелось убежать. Потом я решила пройти все до конца, увидеть их обоих вместе и избавиться от иллюзий. Ты что, поднялась к нему? Да. Но не позвонила. Не смогла. Она быстро ушла. Он крикнул, что любит меня. Лиза, ты не вини его. Он не знал, что вы родственники. И вспомни, когда это было. Вспомни. Неважно, когда, но было. И было с моей невесткой. С этим что мне делать? Скажи. Не обманывай себя, Лиза. Я же вижу, что ты все еще любишь его. Вот фамилии пациентов на выписку. Дежурный врач осмотрел их и подготовил все документы. Так что зайди и перепиши всех, ясно? По палатам тоже пройти, да. И будь повнимательнее. Правильно, сеньора Делия. А то у нас в последнее время пропажи участились. Ладно, разберемся. Здравствуйте. Привет. Эльвира, рада видеть. Спасибо. А мы о пропажах говорим. Что? Прости, я знаю, ты ни при чем. Лучше расскажи нам, куда это ты пропала? Я очень обеспокоен положением дел на границе, в Сельве. Так я и знал. Дай, думаю, зайду к Контреросу, узнаю, на что он больничный бюджет тратит. А он меня с порога огорошил. Это не смешно, Серпа. Это трагедия. Соскобы я отправил в институт в Атланте. Вот, жду от них ответа. В Атланту? В Атланту. Слушайте, Контрерос, зачем в Атланту? Из-за чего, сыр-бор? Их анализ денег стоит? Поймите, мы имеем дело вовсе не с желтой лихорадкой, а со смертельной болезнью, о которой толком ничего не знаем. Местные врачи уже прививают население, им виднее. Это желтая лихорадка. Нет, нет. Я уже написал рапорт в Министерство здравоохранения. Местные врачи жестоко заблуждаются. Так. Доктор, я вас очень уважаю. Но если в министерстве считают, что это желтая лихорадка, значит, это именно желтая лихорадка. Может быть, это вы заблуждаетесь? Дай бог, чтобы это было так. Доктор, сколько раз я вам говорил? Относитесь ко всему спокойнее. Поймите. Все болезни изучены. Так что до свидания. Claro.
Серьезно, я была в отпуске. Устала я вас всех контролировать. Что-то в тебе изменилось. Ты какая-то более культурная, что ли, стала? Да, сеньора Контрерос? Отпуск всем идет на пользу, Кармен. А куда ты ездила, если не секрет? А что в этом секретного? Ну, не знаю, мало ли. Никаких секретов нет. На острова. На море, которое очищает и омолаживает. Везет же людям. Ты помолодела, да, сеньора Делия? Если это поможет в работе, я рада. Очень надеюсь на это, сеньора Делия. Раньше мы с вами не очень ладили, но теперь все будет по-другому, видите? Теперь мир и дружба. Согласны? Хорошая мысль. Смотрите, как она после отпуска изменилась. И доктор Серпа тоже как загорела, а? Карменсита. Простите, сеньора Делия. Иду, работа не ждет. Уклон подъезда в паркинг больше, чем планировали. Простите, сеньор. К каркасу приступаем на следующей неделе? Да. Пойдемте на компьютере посмотрим. Я просто восхищен. Ты такой энергичный. Секунду, я сейчас. Я с тобой. Нет, я по личному делу в соседнюю больницу. Ты что, приболел? Молодец. Как ты догадался? Что, доктор Солис, опять мы вместе? Как видишь, Мачадо. Спасибо, Руби. За что спасибо? Я тебя и утешить ты не смогла. За то, что ты меня выслушала. Спасибо. А на душе потеплело? Нет. Не так это все просто. А работать сможешь? Надеюсь, смогу. Смогу. Лиза, мой тебе совет. Не верь ты Маргарите, особенно тому, что она наговаривает на Сантьяго. Не слушай эту змею подколодную, а положись на свое сердце. Сердце никогда не обманет, тем более, что оно у тебя золотое. Спасибо тебе. Здравствуйте. Можно поговорить с Лизой Эстрадо? Из лаборатории микробиологии. Спасибо. Алло. Здравствуйте, сеньорита Эстрадо на месте? Нет. А что передать? Скажите, пожалуйста, сегодня вообще ее смена? А кто говорит? Это ее брат. Я волнуюсь, весь день не могу ее найти. Августо, мы разве знакомы? Почти. Лиза о вас говорила. А вы... Голос кажется знакомый. Хайме Контрерос. Я в некотором роде ее начальник. Здравствуйте, доктор. Я был у вас утром, но безрезультатно. Да, да, да. Секунду. Лиза пришла. Кто это? Августо, твой брат. Августо? Наконец-то. У тебя все в порядке? Да. Где ты была ночью? Тебя везде искали, и я, и Сантьяго. Я была в больнице, помогала подруге. Лиза, что-то не так. Я видел Сантьяго. Он заходил. Слышишь? Да. Нужно увидеться. Лиза. Я слушаю. Давай я закончу работу и заеду к тебе в больницу. Ты слышишь, Лиза? И мы обо всем поговорим. Хорошо. Ты не одна, сестренка. Знаю.
Что-то я не пойму. Слушай, кто из вас начальник? Пока еще он. Но я тоже при делах, особенно в денежных вопросах. Но мне ты можешь доверять. Я знаю Мачадо. Но пока он здесь, нужно особенно не светиться. Он у нас такой честный, правильный, как ком с горы. Слышь, Мачадо, ты не знаешь, зачем ему в больницу? Знаю. Ну? А ты не слышал? Серьезно? Он же путается с местной сестричкой. Почему глаза прячешь? Что случилось? Я не прячу. Наоборот, хочу посоветоваться. Говори. В общем, я решила перейти в другую больницу. Вот так. Почему? Лиза, не уходи, ты мне очень нужна. Это не из-за вас, доктор. Вы не представляете, как я вам благодарна за поддержку и вообще за все. Тогда в чем дело? Вы многому меня научили. Этого я не забуду. Из-за Делии. Ей не нравится, что мы работаем вместе. Она дала понять... Делия не права. Я знаю, я пыталась ей все объяснить, но бесполезно. Понятно. Я не могу работать с вами, когда она думает про нас такое. Поверьте, у меня нет сил ни спорить с ней, ни разубеждать ее. Я устала. Оставь это мне, я сам все объясню. Не думаю, что у вас получится, доктор. Она почему-то твердо убеждена, что мы с вами вот так. Ненормальная, но ты-то видишь... Что я отношусь к тебе как к дочке. Я это вижу. И чувствую. Не уходи, прошу тебя. Не уходи. Вам еще не надоело? Скажи мне правду, Руби. Пожалуйста, Лиза, здесь? Фильм озвучен компанией Intra Communications, 2003 год. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte. Estoy muriendo.